7 июля 2019 год. Харьков, Фельдман Экопарк, начинается с выставки ретро-автомобилей. А что ты думаешь, что это дерево? Это дерево. Посмотри, даже на руле накладки, видишь, разделили, чтобы полностью. Я думал, пластиковая подмена. Нет. Нет. Я тоже думал, что это пластик. Реально полностью под деревом именно забацали. Вон оно и потрескало. Видишь на руле? А, да, да. Это сучки, подмена. Я вижу сучки. Как это мешать? Да, сейчас такие по городу надо можно. Хорошо, красавчик. Посмотри, салон кожаный вообще. Такое, блин, мечтать можно. Полностью торпеда, блин. Убедительная просьба на машины. И в машины не садиться. 21-й. Ух ты, инвалидочка. Да, какой диванчик, блин. Я на Шевченко возле армянской церкви видел. Инвалидка, да? Смотри, как сам. Газ, 24-й газон, на него заперли под капот с газона 53-го движок. Торчит такой монстр. Бля, на таких Сталин катался, эмка. Надеюсь, он не в салоне. Ну, вот это на ретро-автомобиль вообще не похоже. Электро. Дохан. Да, ну а вот тебе 24-очки. Вот в такую, блин, взяли, вперли, вот так прям торчит движок, ну с 53-го. Представляешь, как он выпирает. Это недавно было в этом, на площади Свободы тоже было. Выставка ретро-автомобилей. Ну там поболее. Там же эти были, но еще. Ну своим ходом добираются машинки, между прочим. Знаешь, сколько стоит его восстановить? Не хочу знать, расстраиваться зачем лишний раз. 29-го года Форд. А деда считаешь, что 29. Я думаю, ничего тебе, ты спец. А на Героев труда стоял этот Импала. Шевроле Импала 59-го года. Не видел никогда? Долго, несколько лет стояло. Сейчас уже нет. Оно делали вот эти. Что ты так давно был, что этого еще не было? А я сюда никогда не заходил, мы туда заходили. О, вон того в маске не было. Ну я тоже давненько был, наверное, пару лет назад. Ты видишь, хорошо, что с утречка еще не особо много народу, а тут вот пройти. А, да, уже почти 12. О, эти. Тут перекрыли, ты представляешь? Я не знаю. Значит, с той стороны видно, выпустили уже в летний вольер. А где наши детки? А здесь где-то. Стопудово птицы пошли. Попугаю дразнить. Ну, попугай, это ж практически как призыв. Попугай. Вон еще один ретро-автомобиль. Без движка. Мне вот эта обезьянка нравится. На Лаврова похоже, не кажется тебе? Ага, есть кто-то. Внешнее сходство. По телефону говорю. Подожди, а здесь же тигры были, львы. Спят они, что ли? Может, от Сталина наоборот? Так, найдем.
то ли от жары попрятались. Нет, это серьезно, тут львы эти бегали. Я увидел. Вот они. Ага. Вижу я тоже, да. Где хоть животные, а то одни скульптуры. О, черные лебеди. Вон. Кто? Карпы красные, вон плавают. А, вижу. Черные лебеди. Говорят, что черные лебеди это только в Австралии живут. Ну, раньше черные лебеди только в Австралии были. Англичане думали, что они не существуют. Что это фигура речи. Пока до Австралии не добрались. Не, карпов что-то не видать, на объектив не ловятся. А, вот он. Подлодка, бах. А там, гля, вообще кузов плавает белая. Ну, такой стиль, наверное. А это кто тут? Они пропали. Я хочу посмотреть на кошачьих. Кошачьи тут красивые, только вот что-то я не вижу вообще. А, ну я. А, вон она. Вон, смотри. Какая синюшка, блядь. Должен быть еще. Это мать. Ладно.